большую рыбу. Удобная какая-то. Вот такую. Твердая такая. Такая. Тоже твердая. И вот эта тоже твердая. Давайте откроем большую. Интересно, что там. Одевать как портфель, смотрите, как портфель. Тут карманчик. Вот такой неудобненький. Очень красивый цвет. Тут жираф, помню? Тигр, слова. И лев. Вот такая прикольная штучка. А малыш впереди сидит. Вот так. И малыш вот здесь. Так одевается. Очень классная штука. Это для мамы. Нам следующий год ссылочку давайте кошелька. Давайте вот это открываем. Очень интересно, что там. Он уже что-то выглядывает. Раз. Два. Это руль. Давай пишешь. У нас есть совсем мать, а так не видно ничего. Шпионская ручка для девочек, а я мальчик. В этой ручке есть фонарики. Вдруг один закончится, или вообще-то нет. Поэтому только заменять. Смотри, что это ластик. Очень мило, очень удобно и красиво власть. Мне так нравится. Давайте откроем следующую посылку. Вот эту вот. Держим. И поедем вот дальше. Открываем. Что же тут лежит? Ой, еще там что-то есть. Это же чернила. Для ручки? А, это блестящая ручка, и для нее чернила. Я поняла. Вот, что тут. Давайте я их открою. Вам покажу. Вот такие вот. Их тут всего 5 даже штук. Вот их тут 5 пар. В этой ручке уже будет, наверное, блестящая ручка, я не знаю. Вы сами должны смотреть видео мои. Очень классная ручка. Давайте откроем последнюю посылку. Вот эту. Что это такое?
он живет. Очень прикольные ложки.